Здорово, Twitch, здорово, YouTube. Сегодня мы начинаем Daily Play to Earn в рамках челленджа Road to 1000 годцев. Сейчас мы будем забирать наши годцы за делики. Это плюс 3 годца. Завтра будет плюс 3,5 годца. Перезайдем, чтобы обновить количество монет. И напишем это количество в нашей графе справа. 329.42. Окей. Опять у нас какие-то лаги. Но, надеюсь, все отлагает. Сейчас я полетел раскидывать оповещения. По-быстрому это сделаю. Включу музыку. Только на Твиче. И полетим дальше. Полетим в делики. И откроем еще сегодня паки. Так как среда. Время открытия паков, которые даются за викенд. Такс. Radio Record. Station Remix. Вроде везде всех осведомил, уведомил. Там биткоин еще пампится до 44. Немножко уже подспустили его, но все равно это много. NIR почти 3 доллара, Solana 80 была. StormX 1,5. StormX вообще улетает в супертренд. Ходим первыми против воина. Пара-пара-пам, пара-пара-пам. На чё с серверами проблема какая-то или это чел тупит? Метроечки не выпали, поэтому сразу с корабля на бал ставим существо с хай статами. Нету некроцептера, жалко. Не пришел некроцептер, в магазине нету ломателя пух. Вот в чем прикол Дэс. Он решил зачистить. Это ошибка. Да. А, чуть-чуть нужно было побольше хпшки. Не хочется с магаза брать варьку Discovery, потому что там может выпасть ломатель пух. The hour is mine.
Но надо будет забрать. Пушки у меня нету. Посмотрим, какие выпадут характеристики в Temple Fate. Он рискнул, и риск не оправдался. Он пошел Рина чистить. И что дальше? Таунт? А, ну это поражение. Это поражение, воин. Ты проиграл. 99,9 лос поинта. Сразу засчитала. Окей, летим дальше. Здорово, Шуга Спейси. Да нет, это обычная колода зомбей. Я на ней в Диамонт залетел. Да просто катаю делики, вроде работает колода. Вроде зомби живые. Благодаря драконам. Против Десепшена будет сложно. Реально сложно. Блин, ничего не хочется выкидывать. Ладно, если придет некроцептер, то на топ-дейке. Традиции соблюдаем. Сразу баншу. Он может убить только трапой. Если кинет поизон, я все-таки один раз успею его ударить. Но заход абсолютно точно такой же, который был в прошлый раз. Вторая банша. Ну тут, конечно, много хп теряем. О, хорошо. ТОБД чище. Наверное, будет урон резать сейчас. А, нет. Флипает. Возможно, надо было баншу брать. Пока еще слишком мало маны. Может быть, у него не пришли ремовы. Так, значит, пятая мана. Еще два хода у меня есть. Главное, чтобы он никак не уменьшил урона моих существ. Ладно. Это можно пробить. Что думаешь о Сол? Разгоняется время от времени до 9%. Биткоин на 3%. Ну, я не знаю. Я на долгосрок держу ее. Когда биткоин будет больше 100 тысяч, тогда буду что-то с ней делать. Пока держу. Ничего не думаю, просто держу и наблюдаю.
А ты уже сам решай, продавать тебе, покупать, держать. Но я бы не покупал. Сейчас такое время странное, как будто бы лучше ничего не покупать. Все зависит от твоего риска. Насколько ты рискуешь? Или рисковый? У него по-любому есть раптюра, если она есть в колоде. Ага. Трап кинул. Опа. Из-за чего Сол показывает лучшие результаты? Потому что наравне с другими альткоинами, как эфириум и биткоин, в Солане заинтересована... Блин, ну как ты это видишь, а? В Солане заинтересован очень много инвесторов. Американских. И они выкупают на ранних стадиях, чтобы потом, когда после эфириума и биткоина ETF появился Solana ETF, и когда только начнут новости появляться об этом, она должна еще сильнее вырасти. Блин, сейчас Featherfinger. Я уже мог победить. Просто сраная котротка. Как же я не люблю десепшенов. Как же я не люблю их. Чел, ну, давай. Хорэ страдать фигнёй. Это только две семерки. Не знаю, кладут ли Featherfinger вместе с демогорганами в колоду? Скорее всего, да. Я уверен, будет раптюра. Конечно, нафлипал он знатно. Два демы, Чемберони.
Курсу меня главное выкинул из руки. Понятно. Я вот хз. Что у него там еще есть в этом загашнике? Ну просто все лучшие карты, которые только могли быть, он нафлипал. Все просто нафлипал. Весь эндгейм, точнее весь мидгейм просто. Офигеть. Офигеть. Ему еще корнет на топ-деке. Ясно. Жесткий, жесткий в диамонде боссы. Просто ничего не сделать. Что за глина в этот раз? Опять босс 80, это лимп. Одни и те же челы. Снайпит что ли? Блин, дракона хочется поставить, но надо ставить дракона, да. The hour is
Как он легко переживает все. Ну всегда, ни одной единички не пришло, ноль единичек. Этот чел единичку поймал. И у него их не так уж и много в колоде. У меня единичек, наверное, побольше будет. Офигеть. Сейчас еще достанет Лиссандерку за 6 маны. Давай, что он кинет? Лепсу. Сейчас будет доставать Лепсу обратно. На два хода, выбивает существ из боеспособности. Это один раз я не смог ударить, второй раз я не смогу ударить, я только на третий ход смогу. А там уже Лиссандерка в руке. А Ега. Три, шесть, девять, 12. Хватает. Если бы он мог, он кинул бы Лиссандерку за 6. Правильно, правильно. Я понял. Сейчас будет. Фильтр. И я ему не смогу нанести урона много. Но зато у меня есть Незеры. И их больше. Делаем вот так. Становится 15. 3, 6, 9, 12, 15. Goodbye, Мига. Пум-пум. Лорд, ладно. Если это опять он, то есть нет Джиника, такая же колода. Будет интересно. Да, я все правильно оставил. Только у меня теперь маны больше. Hmm.
Сейчас опять единичка сюда-сюда ордер. Насколько можно? Четыре незера. Угу. Уже три незера. Значит, лорд будет. Здорово, Сэмстон. Ну, надо восстанавливать режим, а то сегодня в зале вообще деградировал по весам. Из-за того, что, наверное, голодал день. И этот Пен Ос. Что? Кто это такое? Не понял, что за три слова, Максим. Да, и спать тоже раньше лучше. Ложиться. Never abandon hope. TRB. Я такой монет даже не знаю. Какой-то скам токен. Ну как это скам токен? Возможно, это токен и не скам, но в моем инфополе такого токена не было. А чё за TRB? TRB. Ну, минус 5%. $130 стоит. До 180 помпанули её. С 9 до 180. Как это новая монета? Вот на... Она в августе... А нет, в августе 20-го. Три года ей. А что это такое? За монета? А у тебя она была? Теллар. Что нахрен за Теллар? 2,5 миллиона токенов всего. Капитализация 330 миллионов. Первая на 1000% выросла, когда еще бычки не было. Так сейчас до сих пор бычки нет. Она уже давно идет. Oracle Protocol.
Короче, какой-то непонятный токен. То он уже его уже укатали меньше, чем он был до пампа. Сегодня. Но сейчас все монеты будут стрелять. Пусть стреляют. В чем проблема? 10 баксов было. Можно было сделать 15 иксов. Кто сделал, тот сделал, как говорится. Я за таким не следил. Тут капитализация всего-то, ничего. Монеток этих. Какие-то защитные протоколы. Я вот эти защитные протоколы не понимаю. Какого хрена они так дорого стоят? Ладно, блокчейны, но внутри блокчейна какая-то хрень, что-то там защищает данные. Господи. Кому нахрен надо скрывать данные внутри блокчейна? И какие именно данные они хотят защищать тоже? Эти абузеры непонятные. Наверное, низкая волатильность была, вот и помпанули. Чтобы внимание привлечь. И сразу этот памп продали. То есть сами помпанули и сами об него распродались. Чтобы просто внимание привлечь к себе. Не знаю, не знаю. Что-то, чего я не понимаю. Во, это уже совсем другой паладин. На пушках. А мне ломатели вообще ноль. Будем страдать. Офигеть. Не, ну это уже незаконно, я считаю. Ладно, одного экзорциста ты поставил, но второй сразу. Ты что за прикол? Ты еще скажи ХВшку на следующей ходке, не с бенедикшеном. Да, не. Я все понял. Против такого лома я не знаю приема. Возможно, скоро мне на аккаунт дадут full playing коллекцию карт. Тогда будем разбирать все механики. Повидосно. А там ранки-то обновили в этой Warfare или нет? Это что-то я обновляю, как был 130-й, так и остался.
Да мне насрать на годсы, мне надо будет видосы делать. У меня будут развязаны руки в плане контента, создания. Миллиард идей сразу появится в игре. 1500 карт. Дай угадаю. Савашка, обелиск. Сразу ГГшку ему кину. Как удивительно. Ну вот это ошибка. А че пирамида не золотая? Бомж, что ли? Все значит золотое сделал, а пирамиду не сделал. И блейда не золотая. Блин, тупирую. Соль. Это все равно он умрет, он тупой вообще. Как можно быть таким тупым, чел? Серьезно? Ради этого ты отдал соль? Ради того, чтобы убить две карты? Нарина. Ну хотя бы вот эта карта не стоит 2 маны. Let's make them suffer. Просто разбрасывается картами. Своими шейхнами. Понимаю.
Понимаю. Чё, Амберони теперь? Busted and bubble. Теперь имбирование. Busted and bubble. Как же много себе позволяют эти шейхи? Как же они много себе позволяют? Не, я на лимфаров не сяду. Давай второй имбирони. Полная рука карт, чел. Забыл. Забыл, что есть еще имбалансные карты. Как я мог? Чира, девочка, ты где? Да я не люблю такое. Блин, ну Чиру попытаться найти. Он сейчас будет по 5 хп отхиливать. Там ломатель пух в магазине. Было понятно, было понятно. В этот раз отлетим мгновенно в солярку. Сегодня непобедимы еще за 3 игры ближайшие. Да даже за 2 игры, если не победим хотя бы один раз. То улетаем в солярку.
This is going to be tough. So just... Make me proud. Let's make them suffer. У меня давно не обновляется список рейтинга в этой игре с всякими приколами, которые мы после года вкатали. Или они сегодня не обновляли? Хотя они писали, что вроде обновляли сегодня. Как же у него рывков много. Фулчейн природу, трэш, когда на победу до мифика и тебе тупо не дают тапнуться. Так это фулчейн природа, это трэш колода. Ты очень сильно зависим от двух карт, не от двух. От трех карт ты зависим. Даже от четырех карт. Ты задрал с рывками, трогать босс. Типичный вар. Сегодня за 10 боев 9 вторых. Интересно, это на разных собирается как-то балансить? Никак. Никто. Ничего не будет балансить. Давайте без рывков и твинстрайка, воин. Без рывков и твинстрайка, без движений. Без лишних движений. Потому что из 9 карт как-то... Ты же 3 рывка достаточно. Окей. Ништяк. Думал, соль еще кинет на единичку. Закрепился. Все-таки я в Диамонде. Хорошо. Хорошо. Сколько вчера дали? 5,3. Примерно одно и то же количество игроков в год скатает, несмотря на курс.
Мак. Блин, а чё они так долго думают? Точно нет. Точно нет. Точно нет. Вдруг пирамида. Show me. Блин, это агромаг. Все плохо. Он довольно быстро сможет траппера достать. Как раз два фавора он форманул, чтобы с помощью посоха я у него их отжал. Да пошел в очко. Ему настолько зашло. Какие же везунчики попадаются сегодня. Ну хорошо, хотя бы в диамонте закрепился. А, это на Монасур же дракон. Полную руку себе карт надровал. Realize there's nowhere left for you to hide. Чё он там дешевле? Откуда? Ну все просто все есть. Просто все.
Какие же кардрумаги имба, когда они лутают гоблина в самом начале. И ничего не можешь сделать. Даже шрапнель не кидал еще. Понятно, все с тобой. Кстати, паки давайте откроем. Какие-то тут есть у меня. Но я же открывал, почему их 8? Должно быть меньше. Без белого экрана. Что? Так, срань. Ну, бенша, ладно, куда ни шло. Береро, Call of the Light. Ну, вот это тоже иногда бывает нужно. Срань. Блин, как же эта проверка была хороша раньше. Нон. Зачем подписывать, что тут нету трайба? Блин, что там рабсет? Я даже не знаю, как назвать этих людей. Которые геймдизайн делают. Или пишут геймдизайн. Амазонки нормально. Срань, все карты. Щиток, спириток, амазоночка. Фейт паки пошли. По две картонки. Откроется. Понятно. Так. А сейчас откроется? Откроется. Так, ну это вроде используется в одной, короче, в проценте всех колод Атлантинов. Все сливают на магах. Поэтому хз. Насколько хороша эта карта.
Полная срань. Некромансер. И все. И Бримстоун. Две карты на ноба. Вариорка. Окей. Меч. Все. Все. Открыли. Сколько там у меня? Одно поражение. У меня одно поражение. Я в начало Диамонда лечу. Там останется... Нет, одна игра останется. Пока остаемся в Диамонде. Кстати, таких кошечек всего не больше 50 штук. Они все разные. Правда, они никому не нужны. Никто их не покупает. Их вообще нельзя купить на какой-то площадке. Их только можно купить на Immutable Scan. Но цены там заломил челик, который их скрафтил, конечно. Вот одного эфира. И никто их, естественно, не покупал за такие деньги. Where to begin? I'm no failure. I will not fail again. Тун-тун-турурун. Да опять паладин с Майсколином. Ты еще скажи, у тебя ломатель пух там сразу есть. Рывка. Серьезно? Да мы единственная двоечка пришла, это пушка. ХВшка еще сверху. Серьезно? Давай, ладно, до свидания. Это было больно. Чё-то вот таких паладинов я ни разу не могу выиграть сегодня на зомбях. Слишком у них все есть. Пушки, ХВшки, сплошные единички.
Опять это чел, да что за хрень? Мне что нужно, клиент скипать против таких? Если у него опять сейчас будет ультралайки заход. В прошлый раз у него были одни ремувы пушка. В этот раз у него были два рывка пушка. Тут сразу пушка. Да ты задрал меня. Да пошел в очко. Что ж на меня так контрит? Господи, ну иди знаешь куда, паладин. Пойди пивка попей. Чё такое вообще идеальное? Ну, я прям хочу посмотреть, у меня реально против него три игры было. Я ни одной не выиграл. Так у нас 650 фрагментов, это даже пятигодцев не будет. Я остался в Диамонде, но... Нужны победы, почти сплошные. Так, отлично, сама подключилась. Дай фиен. Нет, это было Зула и другое. Другая. Чудо паладинов расплодилось. 4 паладина из 10 игр. 5 паладинов из 10 игр, офигеть. Какой у него винрейт? 75 винрейт. Офигеть. У него одна пушка в колоде, она ему каждую игру приходит. У этого 50% винрейт. Ну, против меня, конечно. Зашло настолько жестко. Чё так много паладинов в Диамонде? Алло, игра.